Всем привет! Вы на канале своими руками. Ребята, кто еще не подписан, кто первый раз на нашем канале, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить колокольчик, и вы у нас увидите, как можно делать все своими руками. Мы показываем, что можно своими руками оторвать жопоньку, пойти и сделать что-нибудь своими руками. Ну, вопрос качества, конечно, остается открытым, но стараемся делать. Увидел на канале Каркасник, показывал, как он пароизоляцию проверять, которая дышащая, не дышащая, потому что в этом вообще все плавают, многие вообще не понимают, что это такое. Сейчас этого естества очень дохрена на рынке. И все думают, какая там пароизоляция, там зайдешь в магазин, их там десятками стоят. Реально, я вам когда показал, он показал, проверяя так же, как мы. Я решил для своих подписчиков показать так же. Когда не знаете, как, что делаем. Хотя бы отличать пароизоляцию от не пароизоляции. Там есть ветрозащиты, там мембраны всякие. Влагостойкие, это что, которые дышащие назовем. Есть не дышащая пароизоляция. Пароизоляция, она пар изолирует. Если изолирует пар, естественно, влагу тоже и воздух совсем. Это получается пленка. Вот смотрим. Пароизоляция. С одной стороны гладкая, с другой шероховатая. Но вот такая есть. Есть разные. Есть, могут с обоих сторон гладкие. Пароизоляция, она же может быть пленкой. Как можно проверить? Выглядит, конечно, смешно, но берем и дуем сквозь нее или навсос. Она не продувается, она не всасывается. То есть, блин, даже в магазине. Даже иногда в магазине людям говорю, проверяйте так, а что делать, подошли лоскуток, сквозь нее она не дуется и навсос не всасывается, она не пропускает ничего, она прилипает, да, такая, все, это пароизоляция, конкретно наши люди. Вот ветрозащитная мембрана какая-то у нас. Издалека вроде похоже, все, да, так же. Сквозь нее дышать можно спокойно. Видно, но она мелкую крапление. На вид вроде похоже, тоже какие-то крапинки, но их видов могут серые всякие, красные, коричневые, там сейчас всяких. Поэтому, чтобы определить пароизоляцию, вот не пароизоляции, ну хотя бы вот таким вот методом. Конечно, не очень красиво, но уже точно пришли. Я уже даже один раз в магазине продавцам так объяснял. Они советуют, начинают, а как мы не знаем, там их куча даже продавцы. Я говорю, девчонки, вот так вот берете, если она не продувается, ртом дунули или в себя насос, не продувается ни туда, ни сюда, это значит пароизоляция. Другие все мембраны, ветрозащиты там, они этот, ну продуваются. Все, если ролик был полезный, вот такой, Но если нет, то так. Пишите еще, как вы проверяли пароизоляцию, какие методы и как. Ну а там дальше виды все эти пароизоляции, как, что, какие они там двух-трехслойные, в одну сторону дышат, в другую не дышат. Все, это уже на потом. Нам хотя бы научиться, да, отличать самые две основных, пароизоляцию и паропропускную, скажем, мембрану. Все, всем пока.